смотрите, у меня все-таки он меня не подвел, этот цветочек. Петуния все-таки расцвела. Я думала, все, уже не будет. Ну, здесь тоже вот начал цвести. Сейчас я их полью. И пойдем с вами попьем кофе, и я вам что-то расскажу. Дэви, как всегда, здесь. Да, Дэви? Дэви здесь. Сейчас. Что, моя девочка? Что, моя хорошая? Ты испугалась сегодня, да? Ну, хорошо. Сейчас мы пойдем вместе с вами на кухоньку, и я вам все подробно расскажу. Хотела с вами поговорить с чашечкой кофе, но не получилось. Позвонил Славочка, пока я с ним разговаривала, кофе выпила. Поэтому сейчас будем с вами без чашечки кофе. Итак, начну все сначала. Вчера вечером Славочка позвонил мне, мы с ним поговорили, он мне рассказал, что он за день сделал, какие дела. Вот, и мы с ним распрощались, пожелали друг другу спокойной ночи, и я где-то, наверное, было 11:30, легла спать. Дэви рядом со мной, все в порядке, все нормально. И в 2:10 я проснулась от того, что очень громко ревет, просто ревет сирена. Я сразу телефон беру и смотрю, что практически пол Украины уже красный. Это значит тревога. Ты ко мне пришла? Ну, иди сюда. Давай, запрыгивай. Запрыгивай, молодец. Вот. Ну, потом через минут 15 опять страшный рев, страшный вой. В телефоне я смотрю, ничего не пишут. Пишут, что тревога, а что, где, куда, как, непонятно. Потом написали в Запорожье взрывы. Ну, единственное, что меня немножечко как бы успокаивало, это то, что на улице, ну, 2:00, темно, естественно, но очень сильно пели птицы. Так пели птицы. Думаю, ну, если птицы поют, значит, все хорошо, все спокойно. Я кручусь, думаю, может усну. Нет, какой там сон. В общем, да, кстати, и когда все это произошло, когда была эта сирена, Дэви же возле меня, и она так крепко спала, она прямо аж, знаете, сопела, пела, храпела. Моя девочка. Ну, думаю, ну, раз она спит, она ничего не слышит, ну, наверное, все спокойно. В общем, я крутилась, пока не прозвенела отбой тревоги. Чтобы вы понимали, отбой тревоги у нас был 6:30. Вот я с 2:00 до 6:30 крутилась, я не могла уснуть. Сейчас, конечно, я как выжатый лимон. Но самое интересное, что когда Дэви проснулась, она как-то стала сильно нервничать. Она пошла на балкон, легла там на своей лежаночке на балконе. Потом она пришла, легла на другой лежаночке. Она ходила туда-сюда. Вот, если честно, вот именно таких вот сильных взрывов я не слышала. Ничего не могу сказать, я не слышала. Но такая была тревожность. Потом полностью вся Украина была красная, кроме, по-моему, Закарпатской области. Страшно было, это не то слово. Ну, девочка меня, конечно, успокоить не может. Скорее всего, успокаиваю я ее. Но очень было тревожно, очень было страшно. И сейчас вот встала, опять со Славочкой переговорили. Они вчера поздравляли Германа с днем рождения. Ну, я вот все это слушаю, а мне, вы знаете, вот до сих пор очень тревожно. Очень тревожно. Как она меня любит. Покажись, какая ты красивая, покажись. Давай так встанем. Ну. Все, хорошо. Не буду, моя девочка, не буду. Ой, ты моя ласка. Вот так. Любит она так. Да? Ты любишь так?
лапки свои. Надо, кстати, когтики уже подрезать, немножко царапаются. В общем, такая у меня была ночь, ребятушки. Очень... Так, так, сейчас она покажет свои акробатические упражнения. То, что она любит. Такая была у меня ужаснейшая ночь. И вся, конечно, на нервах. Но самое интересное, когда я уже утром немножко подремала, вот, и думаю, открою же я, что там хоть происходит. Ну, летело очень много шахедов, вот, в основном на Киевскую область летели шахеды, практически все сбили, там, по-моему, один только не сбили. Но что-то там во Львове случилось, не очень хорошее, так поняла, попали куда-то. В Киеве, кстати, тоже почему-то пропал свет, ну, не пишут почему, но уже где-то в 8 часов его возобновили. Ну, в общем, короче, я так понимаю, что эта ночь для всех была не очень. Посмотрите, посмотрите на это чудо. Вот это такое чудо. Оно у меня тут мурлычет, мурлычет. Ой, боже, ой, ой, радости сколько. Вот это она так любит. Так она любит. В общем, переживаний было много, очень много было переживаний. И сейчас вот встала и не знаю, как себя взять в руки. И в доме надо убрать, а я не могу, честно говоря, не могу. Не знаю, может быть, лечь поспать еще. Но, в общем, чувствую себя, конечно, как разбитая корыта. В общем, рассказала вам, что произошло этой ночью. Кстати, хочу еще сказать, что у нас перед этим где-то, наверное, 3 ночи подряд вообще не было ни тревог, ничего. Была тишина и спокойствие. Я уже прямо так аж немножечко расслабилась. Думала, Господи, как все хорошо, когда вот ты можешь выспаться, когда тебе дают поспать. Но получилось так, что эта ночь просто полностью вся ночь напролет. И уснуть невозможно. Я вот кручусь, хочу уснуть, хочу. Что-то там начинаю там думать, что-то хорошее. Нет, никак не получается уснуть. Да. Вот это вот мое чудо. Чудо-юдо. В общем, рассказала вам неприятную историю. Но я так думаю, что очень многие сегодня, так же, как и я, ночь напролет не спали. Переживали, нервничали. Ну, ждем победу, конечно, чтобы это наконец-то все прекратилось, чтобы люди могли спокойно спать, спокойно отдыхать, планировать какие-то свои вопросы решать. А мы все зависимы от того, будет у нас тревога, будут нас бомбить или нет. Так что... О, уснула. Ну, и долго мы так будем лежать? То? Долго мы так будем лежать? Ну, покажись еще, покажись. Ты на меня смотришь. Не хочет. Не хочет. Не хочет вам показываться, красопуся. Ну, целоваться не надо. Да, да, моя девочка. Да. О, вот так. Я не знаю, что это за кошка такая. Вот только чтобы сверху, только чтобы вот хотя бы хоть к руке прикоснуться. И тогда она спокойна. Если, допустим, я ей не позволяю, она нервничает. Вот она хоть одну лапку на мою руку положит. Или вот, ну, чтобы она меня ощущала. Тогда она спокойна. Да, девочка? Ну, на улице, наверное, сегодня опять будет жара-жара. Вчера, кстати, обещали дождь. Но так дождя и не было. Немножко пасмурно было вечером, но дождя не было. А хотелось бы, чтобы хоть чуть-чуть нас, что, хотя бы хоть чуть-чуть нас охладило, потому что, ну, парилка, самая настоящая парилка. Ты на мне лежишь и умываешься. Ну, молодец, молодец, да, да. Лежишь и умываешься. В общем, все в одном. Угу. Все, вот так. Все, уже не мурчит. Тоже мурчала, теперь уже не мурчит. В общем, дорогие мои, я как всегда, ой, самое главное, ну, не главное, ну, во всяком случае, я вчера не показывала ни видео, ничего, потому что вчера была целый день занята. Вчера ходила, сделала педикюрчик, маникюрчик, вот такой, вот, видно? Наверное, очень яркий сделала, ну, так чего-то захотелось, ой, весеннего, летнего,
Поэтому желаю всем здоровья, самое главное – здоровья, мирного неба, чтобы нас не бомбили, чтобы наши родственники все были живы и здоровы, чтобы у нас было всегда хорошее настроение, чтобы мы могли ночью спать, а не крутиться и ждать, когда будет отбой тревоги. Я желаю всем только добра и позитива. Будьте счастливы, мои дорогие.